Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Эмма Иванова. Сегодня я хотела бы поделиться с вами удивительным чаем, вернее его рецептом. Этот рецепт помогает при одной из самых неприятных проблем живота. Он работает со вздутием. Этот рецепт в свое время я получила от очень известной нашей травницы Елены Викторовны Наумовой. И уже много лет практикуя, понимаю, что он очень эффективен. Он состоит из самых простых трав и специй, которые можно купить и в аптеке, и даже в магазине. Давайте перейдем к самому рецепту. Мы возьмем с вами 5 частей корня лопуха, 5 частей корня дуванчика, 2 части корня девисила и 2 части корня семсеми расторопши. Также добавим немножко специй. 1/3 часть тмина, 1/3 часть кориандра, 1/3 часть фенхеля и 1/3 часть аниса. Представляете, какой это ароматный порошок получается у нас. Что мы будем с ним делать? Мы можем взять столовую ложку и заварить ее в горячей воде в термосе. Мы можем взять эту столовую ложку, залить водой и поварить 5 минут. Когда это остынет, наш раствор целебный, можно начинать его употреблять. В течение дня вы эти пол-литра можете выпить как чай. Чай настолько вкусный и удивительно умиротворяющий, что мы его называем. Это чай для умиротворения системы пищеварения. Очень вкусное и нежное для работы и борьбы с таким недугом и неприятностью, как вздутие. Этот целебный состав мы можем употреблять не только в виде отвара, но также можем сварить из него сироп. Можем приготовить с ним капсулы, и он тоже будет хорошо работать. Все компоненты, которые входят в наш сбор, в наш чай умиротворения, удивительные. Корни лопуха, дуванчика, девисила играют огромную роль и помогают в переваривании пищи, в поддержании слизистой в хорошем состоянии, выводят токсины. Расторопша очень хороша для печени, поэтому и поддержка печени здесь очень важна. Ну а специи, о которых мы говорили, и тмин, и анис, и кориандр, и, конечно же, фенхель, давно известны как очень хорошее средство, когда есть вздутие. Давайте вспомним детскую укропную водичку, которую мы даем маленьким детям, когда у них болит животик. Это же наш любимый фенхель. Мы его завариваем, даем детям, животик успокаивается, ребенок успокаивается, и мама счастлива. Я думаю, что этот чай поможет и вам. Пользуйтесь им, заваривайте себе и своей семье, и будьте здоровы. Дорогие друзья, кого заинтересовала эта тема, кто хочет больше узнать о том, как можно использовать травы, можно пройти по ссылке в описании. Дорогие друзья, если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментариях и подписывайтесь на наш канал.